ребята, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Подписчица моего канала Валерия попросила меня приготовить разные заправки для салатов, так как таких рецептов у меня на канале очень мало. И я решила провести голосование в сообществе на YouTube и спросить у вас, интересна ли вам такая тема. И вот что показало голосование. 89% ответило, что такая тема интересна. Поэтому сегодня готовлю очень вкусную заправку для салата под названием ранч. Это легкая версия этой заправки, так как рецептов заправки ранч очень много разных. Но сегодня я вам предлагаю именно легкий вариант. Давайте посмотрим, какие ингредиенты нам для этого понадобятся. Пол стакана легкого майонеза, четверть стакана молока любой жирности, четверть стакана натурального йогурта, у меня 2% жирности, 1 чайная ложка горчицы Дижон, можете брать любую горчицу по вашему усмотрению, но не берите слишком острую. 2 чайные ложки уксуса, у меня 5%, если у вас 9%, то желательно уменьшить количество уксуса, чтобы заправка не была слишком кислой. 1 чайная ложка меда и 1/2 чайной ложки сухого базилика. И это все. Приступаем. Все ингредиенты мы будем взбивать в блендере в течение 10 секунд. Если у вас нет блендера, вы можете взбить ингредиенты с помощью венчика или просто отправить ингредиенты в банку и взболтать до однородности. Итак, приступаем. Майонез. Молоко, натуральный йогурт, горчица, уксус, мед. Мед обязательно берите жидкий. Базилик. Заправку взбиваем блендером до однородности. Заправка готова, и сейчас мы ее попробуем. Ну что я могу сказать? Заправка получилась очень вкусной, не тяжелой, легкой. Я думаю, с такой заправкой отлично можно заправлять капустные салаты или салаты из огурцов, помидоров, лука и даже салаты из сельдерея или шпината или капусты айсберг. Я думаю, тоже хорошо подойдет. Хранить такую заправку можно до 6 дней в холодильнике. Храним в закрытой посуде, я буду хранить вот в такой баночке. Переливаю заправку в эту баночку. И обязательно посуду, в которой вы будете хранить заправку, нужно закрыть. У меня это крышка. Если вы будете хранить в каком-то контейнере, обязательно или закрывайте крышкой от контейнера, или просто сверху затяните пищевой пленкой, чтобы заправка не набиралась запахов из холодильника. Тогда она будет вкусной и свежей и сделает ваши салаты гораздо вкуснее. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал ABC Cooking, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока-пока!